Треть машин скорой помощи обновят в Челябинске до конца года. 5 специализированных автомобилей уже переданы медикам. Они куплены за счет городского бюджета. Еще 23 машины приобретут для областного центра по распоряжению губернатора Бориса Дубровского. В Челябинске сейчас круглосуточно работают 82 бригады скорой помощи. Ежедневно они выезжают на 1200 вызовов. И, конечно, автопарк нуждается в обновлении. Заменить планируют машины 2005-2007 года выпуска. Они уже отслужили свой срок, часто ломаются и тормозят рабочий процесс. К тому же весной этого года вышли новые нормативы ГОСТа. Более жесткие, им надо соответствовать. Новые машины все требования выдерживают. Это, в принципе, жизненно важные для пациентов приборы. Это для поддержания искусственной вентиляции легких, это для работы сердца, это для контроля за дыханием, ну и там прочее еще. Оснащение новых машин лично проверил глава Челябинска Евгений Тефтерев. Так, это что? Это у нас дефибриллятор с функцией кардиомониторирования. То есть, если сердце остановится, можно его запустить и проводить мониторинг непосредственно в машине скорой помощи. Добавлю, что эти кареты скорой помощи вышли на работу уже сегодня, сразу после презентации. Получат новые машины и другие города области. Губернатор Борис Дубровский направил деньги на покупку 55 специализированных автомобилей. Еще 15 область получит по федеральной программе.